Доктор Элис Янг, глава центра реабилитации Твинтри. Вот кем была госпожа Шепот, пока не стала кровопийцей. Клиника для наркоманов. Но только для тех, у которых достаточно денег. Чтобы завязать и не сорваться, надо отвалить немало бабла. Доктор Янг исследовала так называемый кровавый транс. Влезала людям в головы. Не знаю, что это, но культисты только о нем и говорят. Наверняка это как-то связано с превращением в вампиров. А значит, там будет полно желающих перекинуться в упырей. И бойцы-барракуды подтянутся. Но это наш шанс найти реликт госпожи Шепот. Сидела с племянником, когда он был еще маленьким. Обращайся, если что. Хорошо, спасибо. А еще у меня был парень. Я думала, у нас любовь. Он меня бил. А я почему-то считала, что сама в этом виновата. Даже после того, как мы расстались, я была уверена, что все это заслужила. Пони, сочувствую. Это было давно. Я долго не могла поверить, что мне больше ничего не угрожает. Я хочу, чтобы ты знала, Анна, с нами ты в безопасности. Он ничего тебе не сделает. Мы защитим и тебя, и Хоу. Как ты можешь давать такие обещания? Ты видишь, что вокруг творится? Они забрали моего мужа и могут добраться до любого из нас. Я доверяю всем, кто тут живет. Но пока они ждут того же от тебя. То, что ты пережила, ужасно. Но я обещаю, мы сделаем все, что в наших силах. Я каждый раз, когда я смотрю на Хоу, думаю о том, что могло случиться. И все еще может случиться. И мне тяжко. Мне очень тяжко. Знаю, милая. Но мы с тобой. И пока мы живы, эти монстры до тебя не доберутся. Спасибо. И я сейчас делаю белку для вас с малышкой. Мир жесток. И за это тоже спасибо. Госпожа Шепот. Странное имя для странной твари. Она была психиатром. Центр оздоровления и реабилитации Твинтри. Там работал медбратом Лоуренс. Мне это не нравится. Совсем не нравится. Привет. Уже совсем скоро. Доктор Ти сейчас на расхват. Привет. Давай, Джейкоб. Ты совершил подвиг ради Анны. И ты куда смелее, чем кажешься, мистер медбрат. Ну, я... Спасибо. Я просто рад, что у нее все хорошо. Что она с нами? Ты увидел проблему, которую надо решить. Иди, что не раздумывая. Наверное, да. Да. Да, так и было. Такие, как мы с тобой, рискуют всем, чтобы помочь людям. Ты напоминаешь мне моих самых отважных коллег в береговой охране. Да. Видишь, странный. Ты почему-то полировал на птицах нос? Что? Ты отважный человек, Лоуренс. Ты правда так думаешь? Ну, думаешь, я это знаю. Thank you.
Я хотел бы рассказать тебе что-то полезное, если бы что-то знал. Береги себя. Я видел, как пациенты убивали себя по ее приказу. Я видел, как она после этого делала из них то, что нужно было ей. Привет. Доктор Элис Янг. Похоже, она была прекрасным психиатром. Я должен был понять. Должен. Столько было, я бы увидел, если бы решился посмотреть.
Останови меня, если сможешь. А! Черт! Можно передохнуть. Использую плащ. Проведем разведку. Ага, центр оздоровления. Это Мэдди. Если вчера кто-то дал вам красный листок бумаги, приходите. Это Мэдди. Если вчера кто-то дал вам красный листок бумаги, приходите сегодня со мной на террасу. За кем-то из нас госпожа Шепот сегодня отправит Глорию. Там какой-то шум. Исчезаю. Выходи с поля! Вот кто-то есть! Прячься! Это ничего не изменит. Хорошо, наверное, быть богатым. Да, слушайте. Если облажался, все равно в выигрыше. Похоже, в центр сегодня явились гости. Не дайте им добраться до террасы.
сделай что-нибудь полезное. Все, это был последний. Темнеет. Сладких снов. Проведем разведку. Что-то не дает определения, но нам оставили ориентир. Сделай что-нибудь полезное. Черт!
Все чисто.
проведем разведку. Сделай что-нибудь полезное. Можно передохнуть. Черное солнце, уходи. Может, здесь они превращают людей в кровососов? Вот уж способ поправить здоровье. Кровососы! Тут прячутся эти штуки, хранящие воспоминания.
Вы хотели поговорить? Большое спасибо, что согласились встретиться, доктор. Я... В общем, я обсуждал это с персоналом. И... Люди жалуются, что все время слышат стук. Гром. Некоторые пациенты пугаются и... Понятно. Вот что я вам скажу. Вы не сошли с ума. В отопительных трубах постоянно что-то гремит и бурлит. Погода в Новой Англии – это просто ужас. Согласитесь. О, конечно же, да. Трубы. И я так им всем и скажу. Отлично. Всегда надо помочь. Да, да. Спасибо. Да. Что-то не так. Как ты себя чувствуешь, Грейс? Процедуры не доставляют дискомфорта? Все странно. Раньше так не было. Что-то изменилось. Но чувствую я себя нормально. Вроде бы. Хуже не стало. Рада это слышать. Ты сказала, что-то изменилось. Именно. Я вижу тени, силуэт. Я закрываю глаза и вижу силуэты. Какие силуэты? Что-то небольшое. Иногда это бабочка, иногда лицо. А еще слышу звуки. Давай поговорим об этом. Какие звуки? Ваш голос. Я все время слышу ваш голос. Это странно, да? А что я говорю, когда ты слышишь мой голос? Кровь для кровавого транса. Кровавый транс. Я о нем слышал. Похоже, Эвум поручил доктору Янг изучить его.
Боюсь, я ничем не могу помочь, мисс Уэйланд. Я просто хочу ее увидеть. Убедиться, что с ней все хорошо. Я просидела тут несколько часов. Я так долго ее не видела. Вы не понимаете, насколько это тяжело. Что я сейчас чувствую? Мне нужно ее увидеть. Убедиться, что с ней все в порядке. Вы говорили с кем-нибудь еще? Встречались еще с кем-нибудь по этому поводу? Нет, мэм, только с вами. Прошу вас, пожалуйста, я знаю, вы хороший человек. Вы мне поможете. Дайте мне встретиться с ней. Пусть даже не говорить. Пожалуйста, я хочу просто посмотреть на нее. Отпустите меня, мисс Уэйланд. Я прекрасно понимаю ваши чувства, но ничем не могу вам помочь. Это очень важный этап исследования. Вы хороший человек, доктор. Ведь вы работаете в центре реабилитации, помогаете людям. Вы мне поможете, правда? Я же сказала, отпустите меня! Спасибо, мисс Уэйланд. Что вы делаете? Выпустите меня! Вы что? Выпустите! Доктор Янг заперла там эту женщину и бросила умирать, чтобы не пустить ее. К чему? С кем хотела повидаться эта женщина? Что нужно у нас есть. Пора домой.
еще жив. С моим именем на лбу, написанным кровью. Смертный вот громобой! Приговор. Покончу с вами. Черт! Туман смерти! Итого очень неподлинно. Это будет уроком для остальных. Вам меня не остановить. Так-то лучше. У нас такие званые гости, что ли? Ладно, походу нервы сдают. Если я тебя не найду... Все чисто.
ну покажись. Покажи что-нибудь хорошее. Последний обратился в пыль. День, старые проблемы. Давай, птица. Еду, курица. Отступаю. Можно передохнуть. Интересно, что такое там спрятали? Сказал мне ни слова. Зачем? Он видел картины в моем мозгу, читал по каплям моей крови, по движению глаз. Вернись! Черт!